Городские субботники продолжаются. Совместными усилиями новоуренгойцы привели в порядок территорию средней школы номер 18, где занимаются дети с ограниченными возможностями. Представители различных организаций, волонтеры, общественники очистили территорию от мусора, а также покрасили забор по всему периметру учебного учреждения. Подробности далее. Задором и трудовым энтузиазмом десятки новоуренгойцев присоединились к очередному субботнику. Орудуя кисточками, метлами и лопатами, взрослые дети навели порядок во дворе 18-й школы. Мы сейчас помогаем, получается, красить заборы. Помощь оказываем. Заборы, вот, например, старые, их надо все время красить, краска высыхает, чтобы красивый вид имело. Не осталось в стороне и информационное агентство «Импульс». Дружным коллективом тоже присоединились к уборке. Солнце светит, небо чистое, настроение прекрасное, поэтому субботник в позитивном ключе. Делаем благое, хорошее дело, освежаем заборы. Субботники проводятся в рамках акции «Чистый город», которая была запущена 28 апреля. Ее цель – усилиями новоуренгойцев навести порядок в нашем общем доме, очистить территории от мусора. Проект предусматривает не только уборку города, но и его озеленение. Вот я думаю, все те люди, которые убирают, они потом ничего не выбросят. Ни мимо урны, не оставят в тундре после отдыха своего. Вот идея переломить сознание, я думаю, что она будет реализовываться. Для уборки это место выбрано не случайно. Субботник приурочили к Международному дню защиты детей. В школе номер 18 учатся ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники и волонтеры школьные, они после зимы здесь все убрали. Но очень много мелких работ, это моторика, детки с ОВЗ, да, мелкие стекла, это невозможно сделать. Тут нужны десятки наших рук. Экология – это самая важная тема для всех нас здесь присутствующих. Проснулся утром, убери свою планету. Работы по благоустройству школьной площадки еще не завершены. С потеплением добровольцы вернутся, чтобы посадить здесь цветы и деревья. Мария Бохова, Павел Михайловский, служба новостей «Импульс».